Всем доброго времени суток. Вашему вниманию представляется автомобиль Renault Sandero 2018 года выпуска. Двигатель объемом 1,6 литра, механическая коробка передач. Салон у автомобиля в отличном состоянии, что заднее сиденье, что задние дверные карты, все это в отличном состоянии. Спереди все также в отличном состоянии, без каких-либо пятен. В комплектацию автомобиля входит передние электростеклоподъемники, электрогравировка зеркал с подогревом, передние подогревы сидений, такой вот мультируль, мультимедиа Pioneer с аухтом USB, кондиционер, подогрев заднего стекла. Пробег в данный момент на автомобиле составляет 60 тысяч километров. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, а также адрес нашего автосалона, вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить в кредит по системе Trade-in, а также за наличный расчет. Всего доброго!